беда, 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 беда. Здравствуйте! С вами передача «5 фактов из жизни карасей». Как же проходит обычный день обычного карася? Утро любого карася начинается со священного ритуала, который заключается в том, чтобы зайти на страницу друга в соцсети и всячески постулировать следующее. Ты – ничтожество, и не хочешь это признать. Я-то тоже ничтожество, но я этого не отрицаю. Поскольку карась очень занятой, ведь все караси ужасно занятые, он должен отвечать на предложение заценить видео или песню отказом. При этом он должен ни разу не спалиться, когда кидает скрины игры, которую сейчас проходит. День карася редко выходит за рамки интернета, но когда это случается, карась либо ест дабл-чизбургеры, либо слушает унылых шведов. Каждый день каждый карась обязан ходить в парикмахерскую, чтобы поддерживать свой стиль. Когда карась влюблен, он способен на выдающиеся поступки. Впрочем, ввиду особенностей менталитета карасей, чаще всего выдающимися поступками являются репосты со страницы пассии карасии и троллирование тех, кто не постиг ее внутренний мир.